Как все во время пандемии, я остаюсь дома. Я работаю здесь, у себя в столовой. Чтобы не было скучно, я всегда слушаю музыку. Сегодня Международный день джаза. И в честь этого я начинаю свой день с музыкой моей любимой певицы Нины Симон. А с какой музыкой вы начинаете свой день сегодня?